почему битье тарелок считается экологичным проживанием злости. Бить тарелки, в общем-то, тоже можно, если это происходит не в человека, не в припадке ярости, да, если это происходит так, что я понял, что мне это нужно сделать. Как не срываться на близких? Сейчас я не могу там слушать ваши разговоры, я сейчас не могу реагировать на ваши просьбы, я сейчас очень злой, накрученный. Мне сейчас будет хотеться на вас срываться. Какими соматическими заболеваниями грозит накопленная злость? Часто такое подавление хроническое приводит к разным зависимостям. В гостях программы «Разговор по душам» психолог Алена Филиппова. Новый выпуск во вторник, 12 марта, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».